Сегодня жители многоквартирных домов по улице Минской снова остались без горячего водоснабжения в связи с ремонтными работами. Ранее мы уже сообщали об аналогичных работах, но в этот раз ремонтная бригада сфокусировала свои силы на соседнем тепловом коллекторе. Вот как прокомментировали ситуацию рабочие. Здравствуйте. Скажите, кто у вас инженер проработал? Мастер вам в автобусе. Надолго не скажете? А в прошлый раз там копали же. А мастер в автобусе у вас? С целью телевидения. Добрый день. Да, телеканал «Балаковский репортер». Подскажите, прокомментируйте ситуацию. Горячий воды не стоит. Ремонт горячей воды. А вот в прошлый раз тот коллектор не обнаружили причем? Конечно. Ну вот отключали буквально. Ну, просто шел поиск пары. Сейчас здесь получается. Да, пары найден, будет выбирать. А, то есть он в этом коллекторе, да, получается? Да. Не подскажете для жителей, это до скольки отключили? Ориентировочно. Будет уже, да? Спасибо.